Продолжение темы финансов. Еще одна новость. В Министерстве образования и науки выявлены финансовые нарушения на сумму почти 60 миллионов тенге, а также неэффективное использование бюджетных средств на 623,5 миллиона тенге. Об этом и не только шла речь на заседании счетного комитета сегодня в Астане. По словам аудиторов, существует целый ряд системных проблем, которые мешают развитию науки в Казахстане. В министерстве заявили, что с выводами инспекторов согласны, однако существует проблема с уплатой налогов при выдаче грантов для ученых. Из 59 миллиардов тенге 58 миллионов, но из этих 58 миллионов вы знаете, что это большая часть связана с, ну, скажем так, даже с коллизиями. Потому что сейчас уже мы зашли, мы попросили, внесли соответствующие инициативы по тому, чтобы научные исследования не облагались НДС. И уже в парламенте, спасибо депутатам, нас поддержали, эта норма уже на рабочих группах и в первом-втором чтении уже принята. А вот павлодарские госслужащие остались без...